Смягчение требований при передаче сетей садоводов под крыло энергетиков МАЭСК, способность обеспечить в будущем их надлежащее техническое состояние и обслуживание. Вот основные столпы, на которых строится диалог специалистов компании с дачниками и садоводами. Энергетики утверждают, основная задача консолидации – снизить финансовую нагрузку с членов СНТ при оплате потерь за неплательщиков, снять ответственность с председателей за состояние электросетей и передать их в надежные руки профессионалов. Компания МАЭСК одна из первых откликнулась на поручение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева упростить порядок передачи электросетевого хозяйства. Для передачи сетей сегодня не требуется их полная реконструкция, как это требовалось 2 или 3 года назад. Поэтому, если сети в СНТ находятся в не очень хорошем состоянии, а мы знаем, что многие сети строились 25-30 лет назад, и сегодня они естественным образом подошли к своему износу, то пенсионерам и всем дачникам, которые находятся на территории СНТ, сегодня не нужно будет собирать отдельные деньги для того, чтобы провести реконструкцию сетей, поменять трансформатор. Это будет делаться в рамках инвестиционной программы. Алгоритм прост. Необходимо оформить заявку в личном кабинете на сайте МАЭСК или в клиентских офисах компании, получить одобрение передачи сетей у других членов СНТ, иметь в наличии корректно работающие приборы учета любой модификации, а также документы, подтверждающие право собственности на участок или дом. И немаловажным остается обеспечение доступа к объектам электросетевого хозяйства. Обсудить нюансы и детали, чтобы минимизировать бумажную волокиту. Еще одна цель встреч энергетиков с дачниками. Это уже не первая встреча. Мы видим, что они очень полезны и важны. Они помогают нам, как компании, которая только начала реализовывать этот проект, понять те вопросы, которые возникают, отшлифовать те процедуры, которые мы разработали и подготовили. Сегодня в Подмосковье насчитывается около 12 тысяч садоводческих объединений и коттеджных поселков. МАЭСК создает все предпосылки для того, чтобы обеспечить надежное электроснабжение всех дачников, сети которых будут переданы на баланс компании. Планируется, что за 2 года в МАЭСК перейдет порядка 4500 СНТ. На западе Подмосковья, значит, за ожидаемый год, значит, планируется консолидация. Большинство заявлений уже формирует пакет документов со стороны датчики. Порядка 1000 СНТ собираются передать свои сети на баланс сетевой компании. Подробнее о программе можно узнать на сайте либо по телефону единого контактного центра «Светлая линия». За первое полугодие в планах компании консолидировать более 100 СНТ Западного Подмосковья, многие из которых находятся на территории Одинцовского городского округа в Кубинке и Звенигороде. Процесс консолидации будет проходить планомерно, чтобы энергетики смогли своевременно оценить объемы консолидированных активов, стоимость их капитального ремонта и реконструкции с целью дальнейшего включения этих объектов в инвестиционную программу МАЭСК. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».